А вот ураган Дебби бушует в американском штате Джорджия. Жертвами стихии в США стали 6 человек. Тропический шторм принес с собой сильные дожди и порывистый ветер, максимальная скорость которого достигала 35 метров в секунду. Без электричества остались свыше 150 тысяч жителей. Сильнее всего от непогоды пострадали города Саванна и Чарльстон. Там меньше чем за сутки выпало почти 30 сантиметров осадков. Полиция в качестве меры предосторожности перекрыла в штатах все дороги. Местные жители делятся кадрами, на которых идет эвакуация. Я напомню, накануне ураган Дебби ударил по Флориде. Mm.